Всем привет, с вами Олег Матвеев, и я решил вот начать записывать очередную серию новых видео с ответами на вопросы. Благо, что вопросы здесь уже поступили некоторые. Вот, я это делаю не с помощью Google Hangouts, как я раньше делал, а с помощью встроенной программки для записи с веб-камеры, с тем, чтобы качество было чуть повыше, чтобы получше было меня слышно и получше меня было видно. Будем надеяться, что это получится. Как я уже говорил, я планирую эти видео записывать достаточно регулярно, с тем, чтобы вам было интересно следить за нашим каналом. Ну, минимум еженедельно, возможно. Ну, и сегодня я тут отвечу на 3 вопроса, которые поступили. Ну, я думаю, что они всем интересны. Итак, написал человек, он тут никак, по-моему, не подписался. Нет, подписался, Эдуард. Несколько вопросов он задает. Значит, первый вопрос. Собственно, первый вопрос. Есть ли какие-нибудь техники, аналоги первой помощи? Вот если прямо сейчас человека плющит, допустим, у него обострилась какая-то фобия. Или если стимул уже исчез, а у человека как авторшок, но уже исчезнувший стимул, его все равно колбасит, но уже в меньшей степени. Хотя, казалось бы, колбасится-то уже не из-за чего. Насколько здесь уместно словесное воспроизведение переживания? Пробовал его, но когда реакция уже не была такой сильной. Вроде помогло, даже пришли какие-то осознания. Ну, в принципе, правильно. Один из способов работы с каким-то не очень сильным переживанием — это техника словесного воспроизведения переживания. Эту технику я даю в семинаре, который сейчас называется «Ключевые навыки самосовершенствования». Одна из таких базовых техник, потому что она показывает, каким образом вообще работает проговаривание, вообще говоря. Но на самом деле тут такая штука. То есть, если вопрос именно касается реакции на стимул, который сейчас отсутствует, то гораздо лучше сработал бы какой-нибудь процесс из серии процессов, которые я называю «ассисты», когда, например, человека просят различать, где он находится сейчас и где это произошло. Один из процессов очень простой. Прямо так вот он и работает. Прямо берешь человека и проговариваешь ему. Расскажи мне, где это произошло. Он тебе выгружает, а потом ты ему говоришь, а теперь обрати внимание, где ты находишься сейчас. И потом просишь его сравнить. И потом опять, расскажи мне, где это произошло, а теперь обрати внимание, где ты находишься сейчас, и так далее, и так далее. На самом деле, это довольно большая такая тема. Я вот как раз недавно был тут на семинаре по первой помощи. Ну, там имелась в виду медицинская первая помощь в случае, когда человек теряет сознание, перестает дышать, или у него там перестает биться сердце. Об этом, конечно, мы не говорим. Там нужны физические методы воздействия. Привести человека в сознание, там, положить его в определенную позу, запустить сердце, продышать его там, и так далее, и так далее. Мы говорим здесь о психологических методах воздействия, которых, на мой взгляд, как раз на том семинаре не хватало. Есть целый огромный блок подобных процессов. Я думаю, что когда-нибудь я сделаю по этому поводу отдельный семинар, потому что практика такая есть, это очень полезные штуки. Я уже название проговорил, да, они называются ассисты, от английского слова ассист, помогать. Они представляют собой психологическую помощь для травмированных или больных людей, которым нужно помочь именно психологически. Потому что обычно психологов учат разговаривать с людьми определенным образом. Вот. Но, на мой взгляд, там недостаточно четкие с точки зрения процессинга инструкции, как именно разговаривать, какие вопросы задавать с тем, чтобы именно человека из этого состояния вывести. Вот. А что касается техники, например, словесное воспроизведение переживания, то она в этом плане не совсем правильная, потому что, как правило, первая помощь подразумевает выведение человека из шокового состояния, а не попытку заставлять его фокусироваться на том, что там произошло. Потому что в этом случае его аналитические способности, его неокортекс, недостаточно ярко включаются, и у него не наступает развлечение, да, как мы это называем. То есть имеется в виду, что человек, попадая в какую-то ситуацию, пережив какую-то ситуацию, первое, что он должен делать, он должен восстановить свое нормальное состояние. А потом уже из этого нормального состояния можно делать всякий процессинг, прорабатывать там заряды и так далее, и так далее. Вот. Но для начала нужно это нормальное состояние восстановить. Вот ассисты, они как раз для этого. Ну, если будет интересно, я могу как-нибудь сделать прям отдельный маленький вебинарчик, рассказать о том, что такое ассисты, дать пару слайдов, пару инструкций, и вы попробовали бы это сделать. Кстати, интересная штука, я прям себе вот так вот пропишу эту тему. Заодно продолжит тему оказания первой помощи. Второй вопрос, еще такой вопрос. На форуме вы писали, что в СИМе иногда применяете ПАТ. Вопрос, какой именно? Сам я ПАТом никогда не занимался, но так я понял, что, скорее всего, используется базовый ПАТ. Но на самом деле, по вопросу видно, что человек ПАТом не занимался, потому что на самом деле базовый ПАТ, ну, ПАТ он один, просто у него есть разные версии.
Базовый ПАД применяется в тех случаях, когда человек не проявляет глубинных каких-то зарядов, то есть у него есть какая-то поверхностная реакция, эта поверхностная реакция сглаживается. Если же у человека идут какие-то более ранние заряды, более глубинные, в этом случае алгоритм автоматически переключается на глубокий ПАД. То есть базовый и глубокий ПАД – это не какие-то отдельные техники, это разновидности техники, отличающиеся тем, какого рода материал выходит из нашего клиента. Вот и все. ПАД на самом деле очень прост, если понять, как он работает, и если не заморачиваться на его такие вот уже ответвления, более фундаментальные, типа слияния первичных полярностей и тому подобное. ПАД мы в свое время переименовали в ПВО. ПВО – это аббревиатура, которая является сокращением от «принять», «воспроизвести», «отпустить». Это три шага, которые, в принципе, характеризуют суть метода ПАД. «Принять», «воспроизвести», «отпустить». А сам ПАД представляет собой некий такой достаточно забавный ритуал, который позволяет эти техники алгоритмизировать. То есть, как правильно принять, что именно при этом делается, куда ставятся пальцы, какая формула проговаривается. Как именно воспроизвести, куда ставятся пальцы, на какую акупрессурную точку, что при этом делается. И как правильно отпустить. Вот и все. Ничего особенного. И последний вопрос по СИМу. Несколько раз проводил СИМ одному своему знакомому. Тут длинная история, сейчас ее прочитаю. Метафоры у него легко получаются. Проблема в том, что все болезненные метафоры воспринимают как чужеродные, причем буквально, от которых обязательно нужно избавиться. Эти метафоры всегда ему кто-то вставил или положил туда, и он всегда находит тех, кто это сделал. Как только развили метафору, сразу автоматом начинает искать ее создателя. Далее он говорит, что вот эта метафора тому человеку больше не нужна, как орудие мести, должна вернуться к хозяину. Но чтобы она вернулась, хозяина нужно простить. Он прощает, он рад, метафора рада, тот человек рад, вообще все рады. Дело в том, что эту проблему не решает. Облегчение – да, затем опять все возвращается. Причем, если глянуть на это все со своей карты, то получается так, что все эти вставки происходили тогда, когда его о чем-то просили, а он отказывал. Неважно по каким причинам, но впоследствии, когда он пересматривал ту ситуацию, у него, видимо, появлялось чувство вины, которое, возможно, вызывало какую-то реакцию, которую он воспринимал как порчу. Короче, дальше я читать не хочу, потому что я вижу, что человек тут занялся психоанализом. Я хочу еще раз напомнить, что символическое моделирование основано на так называемом чистом подходе. Чистый подход исключает подобного рода психоанализирование. Смотреть с той карты, смотреть с этой карты. Это оттуда пришло, это отсюда пришло. Из описания очевидно, видно, да, что человек, сам человек, клиент, не тот, кто ведет, а клиент, он явно застрял в каком-то паттерне. Чистый подход хорош тем, что он не следует никакому известному паттерну. Это абсолютно гибкая система. То есть, если человек у вас идет по какому-то известному паттерну и каждый раз, это означает, что он не применяет чистого подхода просто и все. Но он просто делает некий привычный ритуал избегания. Например, придумывает, что это там чья-то метафора, что ему ее вставили там, и так далее, и так далее. Естественно, это избегание не позволяет ему убрать реальный заряд. Он, естественно, потом через некоторое время сталкивается с тем, что возвращается заряд, и тут он пишет он о том, что да, все эти реакции человек воспринимает, клиент воспринимает как некую порчу, а в порчу он стал верить после встречи со всякими шизотериками. Вот как раз из этой серии, да? Почему я шизотерику не люблю? Потому что человеку вставляются какие-то стандартные паттерны, это у тебя от этого, это у тебя от этого, это у тебя от этого. Вот. То есть получается метафора, он говорит, что кто-то ее вставил, начинает искать кто, находит по каким-то своим критериям, начинает рассказывать эпизод, потом говорит, что нужно простить, и так далее, и так далее, и так далее. Нужно этот паттерн нарушить. Нужно просто, на самом деле, вот как везде, наверное, это отсутствие ключевых навыков самосовершенствования. Нужно человеку просто пояснить, отказавшись на секунду от чистого подхода. Нужно просто грязно ему объяснить. И просто и понятно объяснить, что если ты работаешь с какими-то зарядами по стандартному паттерну, и тебе это не помогает, то проблема в этом паттерне, а не в зарядах. У очень многих людей, особенно у шизотериков, есть всякие такие идеи. Мир – это зеркало, всех надо простить. Там это мне вставляется, навязывается и так далее, и так далее, и так далее. Вот такая вот штуковина. То есть все то же самое он может делать действительно, как здесь дальше написано. Все то же самое он может делать и без помощи ведущего в таком случае. Сесть там, простить и так далее, и так далее. Это как раз похоже на такие вот вещи, на фиксированные идеи. Там метафора это порча, надо простить и все пройдет и так далее, и так далее, и так далее. Я бы в этом случае, если бы работал с реальным клиентом, я бы взял и попробовал из этого потока вычислить именно его фиксированные идеи, откуда они взялись, и просто их убрать. Например, тут явно видны две фиксированные идеи. Метафора – это всегда порча. И вторая, что если простить, то все пройдет. И проблема в том, что
обе эти фиксированные идеи исправить состояние никак не помогают. Поэтому нужно работать с фиксированными идеями. С фиксированными идеями работать можно известными методами. Помогает то же самое сканирование, глубокое сканирование, процесс поднятия по шкале, когда берется какая-то идея и прокачивается. Нужно просто сделать так, чтобы эта штука отцепилась от его аналитической части, чтобы он перестал себе выстраивать знакомый паттерн. Вот. А если вдаться вот в психоанализ, ну, если я бы вдался бы в психоанализ, я бы сказал, что это действительно шаблон избегания просто. Это обычная фигня. Психологи ее называют обычно механизмом сопротивления или сопротивлением. Заключается оно в том, что у человека есть какой-то заряд, он на него смотреть не хочет, он его конфронтировать не хочет, то есть вставать лицом к лицу и воспринимать его. Поэтому он себе придумал некую систему избегания. Вот. И в этом случае нужно сделать паузу и задать ему вопрос, что он хочет, чтобы произошло в итоге. И чтобы он не выдавал вам всякую ерунду, типа «я хочу избавиться от этой порчи». Нет, что ты хочешь получить в итоге? Кстати, игра вот сейчас пока рассказывал, подумал, что один из моментов, который может быть важным, это научиться и научить этого человека фокусироваться на позитивных состояниях, чтобы он научился разрабатывать метафоры для позитивных состояний. Вот, и перестать заниматься психотерапией. То есть, когда вы берете негативное состояние, переводите в метафору, ну и потом идете по старому знакомому псевдотерапевтическому паттерну. Пусть попробует разработать метафору для позитивного состояния. Посмотрит, что из этого выйдет. За которую никого не надо прощать. Которая представляет собой модель, например, какой-нибудь способности. Вот такая вот штуковина. А еще хотел спросить, какие, по вашему мнению, техники наименее мозгозатратны с точки зрения ведомого? Вот. Ну, на самом деле это тоже вопрос такой растяжимый, потому что ведомые бывают разные, и, соответственно, техники тоже бывают разные. На мой взгляд, вопрос некорректно сформулирован, потому что здесь нужно спрашивать не какие техники наименее мозгозатратные, а нужно спрашивать, что человек хочет, чтобы получилось в итоге, что он хочет, чтобы было, что он хочет, чтобы произошло в результате. Мы измеряем по результату, а не по тому, сколько там энергии потратил человек в сессии и так далее, и так далее. Я знаю, есть такая отдельная порода клиентов, которые проходят сессии часами, десятками часов, сотнями часов и даже тысячами часов, и этим гордятся. Есть люди, которые ходят психоаналитиком по 3 года, по 4 года, по 10 лет, по 15 лет, и тоже этим гордятся, и считают, что это им как-то помогает. Мы занимаемся краткосрочной терапией, если уж так ее пытаться классифицировать. Мы стремимся в каждой сессии получить конкретный результат. И этот конкретный результат задается тем, кто формулирует запрос, то есть клиентам. Я с него не слезу, пока он мне в конкретной сессии не сформулирует позитивный результат, что он хочет, чтобы было. Не что-то, от чего он хочет избавиться, не что-то, что, как ему кажется, является средством решения его проблемы. Это все неинтересно. Это все он уже без меня продумал, без меня порешал и так далее, и так далее. Меня интересует позитивный результат. Именно с этим позитивным результатом я и буду работать. Я его буду моделировать, я буду использовать его как отправную точку для ориентации того, что должно получиться и так далее, и так далее. Вот. Но я надеюсь, что я на вопрос более или менее ответил. Если я где-то там промахнулся, то, пожалуйста, Эдуард, можете вопрос задать еще раз или уточнить какие-то моменты. Я с удовольствием вам отвечу. Вот. Ну и кроме того, я себе вот отметил, что, наверное, в ближайшее время можно будет один из вебинаров, бесплатных, небольших, сделать по поводу методов первой психологической помощи. Очень важная, интересная тема. Спасибо за ваше внимание. С вами был Олег Матвеев. И это небольшое видео с моего канала, который находится, ну, адрес я вам не проговорю, но мой ник The Олег Матв. Вот. Короче, заходите, подписывайтесь, смотрите. Я такие видео буду регулярно выкладывать. Еще раз спасибо, у меня на этом все. Счастливо.